Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls Prepared to Die Edition. Мы находимся в плохом и темном месте. В последней серии мы открыли срез, убив демона, после этого мы встретили рыцаря Соляра, который, собственно, перешел на темную сторону силы, совратила его тьма. Пришлось его убить, не нашел он свое солнце, хотя, судя по всему, его можно было как-то спасти. Не знаю, история об этом умалчивает. Теперь у нас есть вот такой срез до босса, и сегодня мы пойдем его убить. Только сначала посетим там еще одно крайне неприятное место, как, собственно, и все в этой игре. Место, где обитают унитазы ужаса, как я их назвал. То есть эти огромные твари с дыренью зубастой наверху, которые прям, я не знаю... То есть, если представить их в естественной среде обитания, как они жили, как кормились. Они что, вот тупо ходили и ждали, когда сверху на них люди упадут, и они их сожрут, что ли? То есть, такой тубус, и на голове у него зубы по бокам. Так, а вот тут что ли еще? Я думал, вы одноразовые. Ладно. Вы мне не больно нужны за вас, ни очков не дают, то есть, душ. Не сами по себе, вы не опасные какие-либо. И здесь мы убили, собственно, демона. С него выпало два титанита. Теперь у нас прямая дорога к нему. То есть к боссу. В обход всех врагов. Так что мне она... Так, подожди. Да вы шутите. Он тут? Это первый... Демон такой в игре, который не умирает после того, как ты его убиваешь. То есть мне каждый раз с ним разбираться, да ну нафиг, я не хочу еще раз этого. Поэтому сейчас... А, да-да. Видели, все равно как мало с него. Битва с ним, на мой взгляд, не стоит... Игра не стоит свеч, как говорится. То есть, если даже мы получим по второму разу... Два демона-титанита, которые очень редкие. Я все же не могу сказать, что... Оно стоит вот всех этих страданий. Хотя, по сути, он довольно легкий. Но... Просто, когда с ним дерешься, камера сходит с ума. Если держишься слишком близко к нему, а если держишься далеко от него, то жить трудно. Раз. Раз. А где второй-то? А третий? Ты сдохнет уже. Хорошо, хоть щит такой хороший. Я тебя жизнь-то не видел. Ее что так мало, уже бы убил. Еще два демона титанита. Слушайте, а с него так их фармить можно. Что у меня за оружие там подкармливалось демон титанитом? По-моему, большой меч Арториас. Да-да-да. Но я его все равно не могу носить, потому что мне не хватает интеллекта и веры. Я тупенький, и у меня нет идеалов. Вот что я могу про себя сказать. Так, мне в ту сторону идти? Или в ту? Похоже, в эту, да? Ну, ты, может, поэтому можешь сориентироваться. Вроде сюда. Короче говоря, тогда эта дорога не особо котируется так, если каждый раз на тут будет ждать такой мощный демон. Мне проще там, среди кучи мелких врагов пробежать, я с ними даже особо не дерусь. Ну, то есть, не дрался, когда в первый раз играл в эту игру и постоянно бегал к этому боссу, погибал. Сразу обещаю, что этого босса мы с первого раза не победим. Потому что он не сложный, а он именно рассчитан на то, чтобы несколько подходов его... Конечно же...
Есть товарищи, которые играют гораздо лучше меня, которые его с одного раза проходят. Но мой скилл не настолько высок, я думаю. Первый раз я тут просто лопухнулся такой. О, монетка такой, ломанулся. А вот, собственно, и унитазы ужаса. Просто представьте, как к нему упасть туда, да? Красота, да и только. Так, мне, кстати, этот лук вообще не нравится. Он какой-то уродливый. Вот этот лук гораздо более крутой. О, как вошло, хорошо аж роняет. Только ничего не сносит. Не, не вариант. По 4 стрелы на каждую. Да ну нафиг. Хотя... По 3 даже. Так, ты целиться будешь, нет вообще? Интересно, у него есть такое понятие, как голова, куда можно кританнуть? Не заметил. Блин, у него зубы блестят даже. Красивая игра все-таки. Не технологически, а именно тем, как разработчики все сделали. Так, хорошо. Здесь довольно геморройно, насколько я помню, все было. Еще здесь отравляет постоянно нас вот эта вода. То есть по ней нужно бегать быстро. Фиолетового мха не так, чтобы много. И нужно найти выход отсюда. Я помню, я тут плутал. Хотя, по сути, тут ничего сложного-то и нет. Давай, не знаю, что ли, спустись. Блин, сколько у меня выносливости тратится от этих выстрелов. Так, и последний. У тебя что, искусственный интеллект проснулся? А, нет, нет. Только не в этой игре. Игру за многое может хвалить, но искусственный интеллект это явно не то, за что ее можно хвалить. Так, куда я иду вообще? Угу. И зачем? Я не запрыгну. При всем желании, даже будучи голым. Ну ладно. Это, наверное, просто для того, чтобы оправдать вот эту лестницу, спуск вниз. Типа корень аж с самого верху растет. А, тут вообще тупик. Хм, слушай. Так у нас только один путь отсюда. И это явно не отсюда. Так, еще есть цивилизованный спуск? Нет, тогда спрыгнем прямо. О, ты посмотри. И тут ты. Ну-ка, так, как к тебе попасть? Я думаю, чуть позже, сильно позже. Хотя, может, вот мы отсюда сейчас к нему и спрыгнем, да? Опять дрыхнет. Дочку-то спасли твою. Храпит. На том свете перебудешь всех. Ну да, задумался. I really have run up quite a debt to you. Perhaps the time has come. Ты о чем? Ты бы возвращался наверх, я дочку твою нашел. В позу прошлой серии еще, по-моему. Фред, I have an idea. A good one, really. I will rush those dire fiends and you can slip away in the confusion. Please, Фред. I owe you much more than this. By the honor of the Knights of Katarina, allow me to assist you. А
Don't be slow. Так. Ну нифига ты хлопишь. Давай, давай. Тихо, что у него там по жизни? Нормально? Руби, руби ее, руби. А! Я не могу его бить в этот момент. Блин, он его сожрет сейчас. А-а-а! Замечательно просто. Я тебя спас, нет хотя бы? Лечись, лечись, блин, лечись. Давай, ты только не убейся сейчас от яда. Блин, я уж испугался за него. Да он практически убит уже был, увидели? Ну ладно, рубишь хорошо. Вот тут тебе это несерьезно помогло. Собственно, унитаз ужаса показал, как, что он, как он кормится. Щупалами своим засовывает себе в пасть. Так, ну ладно, сопротивление у меня дикое просто. Так что все окей. Фух. Тут что? А, сюда падать никак нельзя. Блин, перепугался за него. Я уже вот единственный персонаж, который мне по-настоящему дорог стал. Я уж привык к нему. Фух. Так, ну что. Я что-то слышал, кстати говоря, что ему нужно дать убить двоих, что ли, поэтому я его особо не защищал. Но он не смог убить двоих, увидели, он бы просто погиб, поэтому выбора у меня особого не было. Так, я попал в то место, где... Я был, нет? Подожди, где у нас был этот толстячок? По-моему, нам нужно с другой стороны зайти. Так, ну, в принципе, что я теряю? Если что, можно по новой подняться. Лестница никуда не ведет. Отсюда. Подъем, возможно. Ну да, похоже. Да, в первый раз я тут дольше ходил. Возможно, я тут что-то забыл. Так, паренек живой там. Ну и слава богу. Уже хорошо. Фух, перепугал меня. Так, ну что, пойдемте к боссу. Что это было? А, это вы? Так, ну хорошо, там очередной унитаз страха, унитаз кошмара. А здесь один из боссов. Ух ты, а там у нас даже уровень не доделали. Но говорили, что вот эту местность, они опаздывали на ней, поэтому тут много пустых мест. А тут так вон вообще кошмар какой. Так. Эпичнейший спуск вниз. И колыбель ужаса. Или как ее тут перевели? Аж геймпад вибрирует. Вот у нас бабайка. Сложность даже не в нем, хотя он бьет сильно. Нам нужно по очереди разбить вот эти две сферы.
Причем, разбив одну из них, нам больше не придется к ней возвращаться. Она такой и останется. Но это просто только на словах. По крайней мере, Декс бил Том. Этим-то, возможно, у меня все в блок будет упираться. Смотри-ка, пока... пока все ровно. А почему она не обвалилась? Так, что я делал не так? Или я все так делаю? Ты посмотри, вообще без проблем пробежал. Сколько раз я погибал? Земля должна была обвалиться под ногами. И он бы меня сталкивал в пропасть. Ну, нашим легче, ладно. Так, теперь предстоит вернуться отсюда. Что тоже непросто. По руке бить бесполезно, да? Ну да. Ну, вот твою дивизию, ну ёлки-палки, ну... Единственный раз нажал на кнопку бега, думаю, чуть-чуть ломанусь. В ту же секунду провалилась под ногой. Ладно. Ну, в принципе, полдела уже сделано, и сейчас осталось не самое сложное. Повторить, и потом там уже совсем легкотня будет. Так, ну что, мы сейчас опять ловимся мимо демона, я опять его убивать не буду, и поэтому... И в этот раз мы спускаться не будем вниз туда к этим унитазам, поэтому это все вообще легко будет. А потом мы посмотрим в храме огня, ну, конечно, я делю шкуру неубитого медведя, как говорится. Но потом, когда убьем, я не прочитал название, как он по-русски называется, ну, этого босса, пойдем в храм огня и там посмотрим, спас ли наш толстячок свою девочку. Потому что по всем правилам я и девочку спас, и его спас, но говорили, что он в итоге должен как-то, ну, я говорил уже, убить двоих, что ли. Чтобы все хорошо получилось. Не знаю. Как это вообще считается, что он убил? Если он находился внутри, а я в этот момент распорол брюхо этой твари. Так, ну хорошо. Блин, этот демон, мне не нравится, что он тут. Два раза мы его убили, он третий раз тут будет. А вон стоит, да. И каждый раз у него два титанита демон. При том, что он сам далеко не самый сложный. То есть, конечно, сложный, как вы видели, но вдали посложнее. Есть. Как дела? Сейчас в спину меня заряд электричеством. Так, блин, а все-таки тот бонфайр был поближе. Поближе был. Хотя, в принципе, они одинаковые. Пойдет. Для сельской местности. Так, ну и что, дубль 2. Надо сказать, первый раз мне понравился. Хотя, глупо закончился, конечно. Только стоило, я сколько ходил пешком, только стоило стартануть в ту же долю секунды. Сразу же улетел. А может, здесь просто нельзя бегать? То есть, если начинаешь ломиться, это и происходит? Скорее всего, так. Других вариантов нет. Почему-то же это не произошло в первый раз. Тихо. А нет, смотри.
полюбасику. Так, тихо, ты только меня туда не столкни. Блин, насколько сложнее это. Офигеть. При игре за быстрого персонажа, насколько это сложнее. Ой, проще. Я просто в блок все упираю. Блокировал все его удары. Офигеть. Ну, короче, у каждого билда еще свои запарки. И преимущества, соответственно. Каким-то такого-то босса легче бить, каким-то такого-то. Так, ну, в принципе, все сделано. Сейчас можно даже умереть. Не хотелось бы, конечно, но уже не страшно. Свою цель на эту жизнь мы выполнили. Но, похоже, мы даже тут не умрем. Хотя... Ну, рубани уже, ну. Вот, отлично. Так, все, теперь обваливаться нечему. Осталось суметь пройти к нему. Это тоже непросто. Блин. Вот он, главный геморрой. Ну как, только что говорил, что это самое простое, теперь геморрой. Да елки, что ты не блокируешь-то? Я же в блоке стоял. О, спасибо тебе большое. Он сам мне такой говорит, ты уже задолбал. Все, босс пройден. Он может еще, конечно, сейчас сделать нам неприятное, и он это сделает. Но это все равно уже далеко не то. Тихо. А! Да ты че? Правда, что ли? Офигеть. Ой, блин, я ж чуть не упал. С одного удара. А может, мне нужно было поспешить? Ну ладно, я не знал, про что он так умеет. Фу, блин, перестраховался, что называется. Ладно, сейчас по-быстрому это все проделаем уже. Блин, ну обидно, конечно, он меня так услужливо подвинул, такой, типа, ну, давай уже, заходи, не парься. И такое произошло. Я не знаю, блин. Опять мимо этого демона пробегать. Меня ничего не беспокоит, но этот демон может меня убить. С остальным-то проблем нет. Не знаю, ничего, сейчас пройдем, ребят. Сейчас все будет. Броня офигенная, ни капли не надоела мне. Сколько уже бегаем с ней. Кстати говоря, в сеть утекли, вроде как. Мне говорил, я сам не проверял, возможно, мне наврали. Просто в переписке товарищ сказал. Так, это у кого там жизни отнялись. Аж 9 штук. Что в сеть утекли арты новой игры из серии Souls. Я думаю, она будет называться Dark Souls 2. Потому что Demon's Souls вторым не назвали. Тупо потому, что хотели выпустить игру и на Xbox, и на PlayStation, и вот сейчас вот на ПК. А все права на марку Demon's Souls принадлежат Sony. И вообще первую часть разрабатывали в тесном сотрудничестве Sony Computer Entertainment Japan, то есть Япония, соответственно. Спасибо. Ну как так, ну? О, блин. Dark Souls, она и есть Dark Souls. Короче говоря, разрабатывали в тесном сотрудничестве с Sony Entertainment. Ну, короче.
продолжаем. Тут у меня игра что-то внезапно вылетела. Ну, не то, что вылетела, свернулась. Как обычно. Все в этой игре очень хорошо. Ох. Короче, как бы там ни было, это очень сказалось на Demon's Souls, потому что, ну, там все-таки со стилем получше. Игра более законченная, потому что они, очевидно, пинали студию From Software. Студия From Software, она вообще делает корявые игры, просто ужасные. У нее, по-моему, ни одной игры не было нормальной в этом плане. Что ее игры на PlayStation 2, такие как Kingsfield, или как там это называлось, Armored Core. Мне, кстати, блин, что-то так захотелось в него поиграть, аж игра про роботов прикольная. Но вот в них всегда были проблемы с фреймрейтом, то есть с оптимизацией, глюки, баги постоянно вылезали. А вот в Demon's Souls этого тупо нет. Это удивительно, при том, что такое количество вот этого всего в Dark Souls. И заметьте, вот Demon's Souls, она, в ней вообще проблем с фреймрейтом нет, допустим, она не тормозит даже. И в целом даже, ну, графика там не то, что технологичнее, но мне по стилю больше нравится. Все-таки японское отделение Sony, они как-то вот, блин, у них есть фирменный почерк. Они делают такие вещи, что потом никто не переплюнет. Именно в плане стиля, дизайна. Далеко не всегда в плане геймплея. В плане геймплея у них часто выходит просто шлак какой-то. Но здесь уже постарались From Software Studio. Так, камера. Приди в себя, пожалуйста. Так, подожди. Камера меня так развернула, что я аж потерялся. Так, вон откуда я пришел. Ладно, до свидания. Сейчас мне в спину молния опять может лететь. Давайте вот так вот петлять. Полетело. Но не долетело. Фу, хорошо. Возможно, мы бежим только для того, чтобы упасть еще раз. Чего бы мне не хотелось, но такой уж босс. Как я и говорил, он пошаговый. Первый шаг мы сделали, второй тоже неплохо сделали. С третьим у нас что-то какая-то зоопарк произошла уже два раза. Ну, то есть один раз с ним, а другой раз с дорогой туда. Вообще, короче говоря, мне в целом больше нравится Demon's Souls. Он потому что какой-то более цельный, более завершенный. Вот это вот замута там с тенденциями мира. Темный, светлый, я ее вообще не понимаю, понимать не хочу, это бред, по-моему. Многим нравится, но, по-моему, это крайняя вещь такая, не знаю. Но своеобразно, да. Так, ну что, попробуем еще раз, аккуратно, не торопясь. Надо было по-быстрому ломиться. Теперь уже рулетка. Так, хорошо. Да, блин. Ох, я сейчас опять огребу. Вот и ты, сволочь. Ну, елки-палки. Давай, 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 давай. Сволочь. Фу. Теперь мы тебя победили. И на компьютере тоже. Получи, скотина. Зажгли костер. Ну и, в принципе, все у нас тут готово. Так, ну что, перенесемся в храм огня и посмотрим, что у нас тут. А в следующей серии, я думаю, пойдем в нарисованный мир, потому что мне туда хочется. И сейчас по уровню там, в принципе, достаточно весело будет. Так, ну что. Have you seen him? Really? Then I must be off. I'm sorry he's caused you trouble.
Ты не могла просто постоять и тут его подождать. Надеюсь, с вами все будет в порядке, потому что вы, ребята, что-то какие-то отмороженные оба и попадаете в неприятности. Так, ну ладно. Ёлки-палки, мы опять не можем никуда переместиться, потому что у нас опять... Где у нас ближайший костер-то? Можно пойти в этой серии подраться с драконами, кстати говоря. Нью-Лондо вообще напоследок хочу оставить, потому что она, блин, неинтересная. Ну как неинтересная? Она интересная, но я... Труп. Хорошее описание. Но этот, там постоянно нужно применять этот Trenchant курс. Не люблю я это дело. Поэтому давайте сегодня порежем драконов, а в следующей серии пойдем в Анерлонда. Хотя как мы их порежем? Ну да, порежем, в принципе. Защита у меня просто, по-моему, не очень хорошая. На щите от них, от электричества. 80, ну неплохо. Да, с хэвел щитом. Сама по себе локация напоминает, как его, поселок Лачиль из Prepaid Today Edition. Темное, много мест, где можно свалиться. Полный набор, короче, попу боли. Здесь у нас дорога Блайдтаун. Здесь гнилой дракон, которого мы убьем из лука, потому что я его боюсь. Он не то что опасный, хотя нет, он дико опасный. Вон он, сволота. Сейчас ты сволота у нас получишь. Ох, получишь. Так, ну давай. Стрел-то вообще, смотри, не осталось. Поэтому придется с тобой что-то другое делать. Хорошо. Кстати, надо будет в Prepaid Today Edition контент сходить. Вроде как. После убийства Мануса, там женушка его сидит же. Вроде как ей что-то отдать можно. Я не помню. Так, что, других стрел у меня нет? Не хочу к тебе вплотную подходить. Так, алло, гараж. Что не так опять? Ну, этой ты стрелой я тебя, думаю, убью. Хотя, тоже не то. Так, почему ты не хочешь? Значит, это для обычного лука, да? Офигеть, я же в блоке был. Так, как мне тебя вынести? Добавили. Я сейчас грибу, по-моему. Да офигеть, он через блок бьет, как хочет. Давай руку переставь. Да, елки-палки. Ну, блин, да это же просто издевательство. Я не могу его ударить. У него жизни-то осталось. А, это еще и токсин. Совсем хорошо.
Блин, я не знаю, надо... так, ты где? Вот ты. Ожидаемо было. А вот это было не нужно совершенно. Так, хорошо. Ох, какой-то неприятный типок. Всего 3000 душ за него дали. Одну драконью чешую, это просто смешно. И это явно того не стоило. Щит с эмблемой дракона зато есть. Говорите. Асторский прямой меч. Это же в первой части был рыцарь Астора. Или как его там звали? Неизвестного рыцаря. Понятно. Так, а щит, что у нас за щит такой? Ну, в принципе, от огня защита у него самая лучшая, 85. Даже лучше, чем у черного щита. Но... в остальном, так себе. Так, ну что, пойдем маленько пощипаем дракошек местных. Хотя, что-то я потерял веру в свои силы после такого. Так, подожди, это что тут было такое? Показалось. Ой, ты у нас тут прям как не те. А ты сам упадешь у нас, наверное. Хотя не факт, возможно, упаду и я. Сейчас электричеством будет меня нехило так стучать. То нормально, в принципе. Пойдет. Эти ворота откроются потом. Оттуда хлынет вода, которая заполняет, собственно, руины. Вот знаете, в драконах, насколько я знаю, в основном все убивают драконью чешую. Оказывается, есть способ и попроще даже. Убивать демона в изолите. Я думал, ты умер уже. Так, ну и хорошо, в принципе, так, прошелся, сейчас подойдем к бонфайру. Я сюда шел, чтобы можно было с бонфайра местного переместиться в Анарлонда, и оттуда мы уже пойдем в нарисованный мир в следующей серии. Своя задача я достиг, и, в принципе, надо уровень сейчас качнуть, что пропадать-то душем. И, в принципе, сейчас уже и будем заканчивать. Неплохой такой бой получился с этим боссом. Можно было с одного раза, как показывает практика, это все сделать. Но, собственно, без особого труда мы прошли, да? В целом, мне понравилось. Так, хватает, нет? Ну да. Выносливость. Собственно, надеюсь, понравилось и вам. Увидимся в следующей серии. Там пойдем в нарисованный мир. Кукла у нас, судя по всему, уже есть. Только я не помню, где я ее взял. Но тем не менее. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.